На протяжении более чем 200 лет главной дорогой Сибири является Московско-Сибирский тракт, самый протяженный тракт в мире. А на Алтае подобной высокой значимостью обладает Чуйский тракт. Существует много научных исследований, путеводителей, в которых рассказано о происхождении Чуйского тракта, о изменении его с миграционной тропы эпохи палеолита в современную дорогу федерального значения. Культурный ореол тракта, как правило, связан с археологическими памятниками, которые находятся вдоль него, а также с фольклорными историями, посвященными каким-то природным объектам, например, озеру Ая, Манжирок или горе Бабырган. В то же время следует отметить, что литературный образ тракта мало изучен, и по этому поводу, пожалуй, наиболее интересным высказался в свое время поэт Геннадий Панов, написав стихотворение, в котором указал двух самых важных писателей для Чуйского тракта. Я процитирую. «Шуршанье шин и шум вершин, и слышится Шишков, Шукшин. И в том отечественный факт, давайте это не забудем, Шишков разведал Чуйский тракт, Шукшин о нем поведал людям». Оба этих писателя получили прописку на Чуйском тракте. Шишкову установлен памятник в районе села Манжирок. Шукшину посвящен музей в селе Сростки. И, конечно, для этого есть веские основания. Дело в том, что Шишков не просто был инженером, который разведывал оптимальный маршрут Чуйского тракта, но и писателем, который задал парадигму описания Чуйского тракта в литературе. А Шукшин — это писатель, который эту традицию очень существенно обогатил. Впервые Шишков написал о Чуйском тракте в своих «Чуйских былях» и очерках о Чуйском тракте по материалам экспедиции, которую он возглавлял в 13-14 году XX века. И в этих очерках задан образ грешного и многострадального Чуйского тракта. И, конечно, вот эта характеристика связана, во-первых, с тем, что этот тракт очень сложный в плане маршрута, и, во-вторых, с тем, что на нем совершались преступления, вот, например, цитаты, «подъемы крутые, повороты невозможные, грязь, а тут ямщика одного кончили». И, в-третьих, конечно, следует учитывать характерную для домоцентричного русского этноса модель дороги как место небытия, смерти, опасностей разного рода. Шишков прибегает к традиционному метафорическому образу «дорога-жизнь», притом его рассуждения о дороге как о социальном устройстве вторят, пожалуй, высказыванию Гоголя о птице-тройке. Вот цитата. «Издали кажется, что нет пути вперед, что ямщик с дороги сбился, ни туда несут кони, кругом горы, куда же пойдет дорога?» И в финале цикла он подытоживает. «Но как может знать лошадь, куда ей идти, если заблудились при постройке тракта сами строители, проводя тракт не там, где нужно?» Вот эта отсылка к Гоголевской тройке, конечно, переводит рассуждение инженера о не очень удачном, может быть, маршруте тракта в историосовские размышления о судьбах страны. И, пожалуй, подкрепляется эта мысль образом чекитамана, который у Шишкова ассоциируется с колокольней в честь Ивана Великого. И, конечно, в этой параллели можно усмотреть определенную философию, и кроется мысль Шишкова в том, что проблемы нынешние коренятся в политике собирания земель, начатой Иваном III Великим. Шишков с большим сочувствием описывает страдания алтайцев, и так в «Чуйских былях» он пишет: «Весь бы этот тракт серебром можно вымостить до золотом, что загребли, захапали купцы у алтайцев и монголов. Весь бы тракт можно слезами залить, что сочились из глаз полудиких с чистой душой у кочевников. Такой большой обидой и горем наделил их неистовый алчный хищник». Вот смотрите, название тракта, Чуйский тракт, отсылает к названию реки Чуя. Чуя буквально с тибетского переводится как «вода». И, конечно, можно Чуйский тракт прочитать как водный тракт. А учитывая специфику этого тракта, как ее обозначил Шишков, это тракт многострадальный, многогрешный, можно тракт прочитать как слезный тракт. Вот это образное. Модель в дальнейшем воспроизводилась в литературе, в частности, например, в повести о гражданской войне Павла Григорьевича Низового «В горах Алтая» написано:
Глава называется «Кровавый поток», и там написано: «Это была последняя волна разбитой и разбросанной колчаковской армии, жуткая и безобразная. Катилась она вглубь гор по Чуйскому тракту к границе Монголии. В это русло с обеих сторон стремительно вливались десятки мелких потоков, остатки карательных отрядов, сельская милиция и все те, кому страшен был народный гнев». Тем самым образ тракта как грешного и многострадального выявляется как слезный тракт или кровавый тракт. Другая образная модель, связанная с Чуйским трактом, связана с представлениями о том, что любая дорога — это модель жизни. Так, например, в романе «Тропы Алтая» Сергей Павлович Зарылыгин пишет: «Каждый, кто проедет Чуйским трактом с севера на юг, увидит в этой стране под названием Горный Алтай множество других стран. Увидит мягкие очертания невысоких сглаженных гор и вдруг узнает Южный Урал. Увидит Семинский перевал и подумает, что это Саяны. Перевал Чикитаман, а вскоре за ним Бомы вдоль Катуни, напомнит путешественнику Кавказ. В устье Чуи промелькнет перед ним картина из предгорья Капетдага. Курайская степь возникнет вдруг, как будто кто-то перенес сюда пейзаж Хакасии, а степь Чуйская — это пустыня Гоби в миниатюре». И в то же время Зарылыгин рассуждает о метаморфозах времени в пространстве Чуйского тракта. Миновали Семинский перевал, там на высоте была уже зима, снег покрыл тундровую растительность и деревья тонким блестящим налетом. Когда спустились в деревню Топучую, зима кончилась, но и здесь все дышало воздухом глубокой осени. Здесь он невольно вторит Шишкову, который некогда написал: «Что за Алтай, что за страна сюрпризов, из Топучей в Шилоболиху я приехал на санях, зима была, а потом в Ангудае опять лето настало, теплое бабье лето». Чуйский тракт — это не только спрессованное пространство и время, но и пространство культурной памяти, палимпсест, или, как писала Анна Ахматова, текст, сквозь который проступает чужое слово. Об этом очень тонко написал Николай Рубцов, который посетил Алтай в 1966 году и в этом же году написал стихотворение «Старая дорога», где есть следующие строки: «Душа, как лист, звенит, перекликаясь со всей звенящей солнечной листвой, перекликаясь с теми, кто прошел, перекликаясь с теми, кто проходит». Василий Макарович Шукшин, пожалуй, первым из писателей, наиболее отчетливо сформулировал семантику Чуйского тракта в предисловии к своей киноповести «Живет такой парень». Там он обозначил следующие мотивы. Во-первых, Чуйский тракт является двойником с рекой. И вот несутся они в горах, рядом река и тракт. Когда глядишь на них, думаешь почему-то, что это брат и сестра, или что это влюбленные, или что это, наоборот, ненавидящие друг друга, он и она. Но за какие-то грехи тяжкие заколдованы злой силой быть вечно вместе. Во-вторых, с трактом связан мотив искушающего сочетания красоты и опасности. Красивая стремительная дорога, как след бича, стегнувшего по горам. Тракт манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, дивной красотой. Тракт связан с творчеством. Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все легенды, все с Чуйского тракта. И тракт создает особый тип героя дороги. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все с Чуйского тракта. Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты. Помоги товарищу в беде, не ловчи за счет другого, не трепись, делай, помяни добрым словом хорошего человека. А вот такие законы. И для Шукшина тракт неразрывно связан с песней, и не случайно в его фильме «Живет такой парень» фоном идет мелодия песни «Есть по Чуйскому тракту дорога». Эта песня была написана Михаилом Михеевым, но в 30-е годы 20 века она стала фольклорной и в разных вариантах исполнялась среди людей. О чем сюжет этой песни? Он мелодраматичен, поскольку жанрово мы можем эту песню отнести к жестокому романсу, где рифмуется, как правило, любовь и кровь. Герой на трехтонной аме догоняет зеленый форт, где едет его возлюбленная по условиям, если он ее перегонит, то она будет его, и падает в пропасть машина. Собственно, это о чем говорит? О том, что Чуйский тракт в народном сознании сопрягается с темой любви и смерти. На протяжении почти 200 лет существования литературного описания Чуйского тракта он моделировался как гужевая дорога, как маршрут в Беловодье, как пространство бегства во время гражданской войны, как некая такая ниточка, соединяющая различные села, и пространство, формирующее особого героя пути.
Кроме того, например, у того же Залыгина или у Ивана Ефремова есть Чуйский тракт в значении пространства экспедиции, пространства разного рода научных изысканий. И еще одно амплуа Чуйского тракта, которое отражено в литературе, это «Скотопрогонный путь». Об этом рассказ Веллера, Михаила Веллера «Конь на один перегон». Это рассказ о том, как бывший зэк Северин перегоняет табун лошадей из Монголии в Бийск. И ситуация укрощения им коня, описанная достаточно жестоко, она спроецирована на исторический контекст. Почему? Потому что начинается история в долине Юстыт, которая отмечена разного рода археологическими памятниками. Об этом писал Дмитрий Марин. А вот Александр Иванович Куляпин писал, что этот сюжет укрощения коня напрямую связан с ситуацией падения или завоевания некоего царства. Это есть в легендах об Александре Македонском и о падении России и ряде других сюжетов. Так вот, сама перспектива этого коня, то, что он будет уничтожен, его везут на скотобойню, делает такой вот достаточно неосуществимой мечту зэка Северина о том, что его жизнь наладится, ну и, собственно, задает вектор, связанный с историей страны. Как раз этот рассказ был написан перед падением Советского Союза. То есть автор здесь, так же, как и Шишков, начинает размышлять о философии истории. И вот, пожалуй, последний текст, яркий, достаточно написанный о Чуйском тракте, это песня Гарика Сукачева «Чуя Хайвей». Эта песня является саундтреком к его же фильму «То, что во мне». Что это за фильм? Это роуд-муви о путешествии байкеров по Чуйскому тракту. И согласно трассному мироощущению, которое характерно как раз для байкерской субкультуры, в этой песне поется об отказе от всех родственных связей, прощая те родители, прощая возлюбленная, прощая сестра, и вот я наслаждаюсь полетом, я наслаждаюсь поездкой. При этом Чуйский тракт в песне, она на английском языке, провозглашается самым лучшим, лучше даже матери дорог, Road 66, это известная дорога, главная дорога Америки в определенном исторический момент. Подытоживая сказанное, наверное, обозначу те образы, которые связаны с Чуйским трактом. Итак, Чуйский тракт, во-первых, это пространство испытания, гибельное пространство, смертельно опасное пространство, и в связи с этим возникают образы слезного тракта, кровавого потока. Ну а во-вторых, конечно, это мир в миниатюре, спрессованное пространство, время и культурная память.